вечер, в эфире «Домашний Маун Шоу», и я его ведущий Даниэль Гайгермазов. Почему домашний? Да потому что пылесос по-прежнему стоит в левом нижнем углу. Ну, хоть постригся, и то хорошо. Ну что ж, дорогие мои, поехали, и сначала, как обычно, российские темы. Пожалуйста. Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о прекращении блокировки Telegram во время режима повышенной готовности или ЧС. Депутаты пояснили, что мессенджер де-факто является официальным сервисом госорганов, через который они распространяют в том числе важную информацию о коронавирусе, а безуспешные попытки его блокировать наносят урон престижу государственной власти. В конце апреля депутаты направили законопроект премьер-министру Михаилу Мишустину. Но слава богу, а то как-то неудобно пользоваться заблокированным Telegram. В смысле, перед властями неудобно. А так я пользуюсь им давно и без всяких там VPN. Нельзя разблокировать то, что не было заблокировано. Прям как зусулы из «Железного капута» пытались стрелами и копьями остановить танк. Да, вся IT-мощь России в одной новости. Это надо показать Госдепу США. Это веское доказательство о невмешательстве России в американские выборы. А главное, чтобы при разблокировке, снова не уронили все сайты. Да, не смогли победить, решили примкнуть к нему. И ведь примкнули. Почти вся власть сидит в телеге. Даже Жаров перед отставкой зарегистрировался. Я уже молчу про СМИ. Так что снова, пользуясь случаем, прошу вас подписаться на наш телеграм-канал. Будете узнавать о выходе новых выпусков первыми. Ссылка в описании. При новости в России не существует олигархов, заявил Песков. Так он отреагировал на высказывание Лукашенко о том, что российские олигархи финансируют оппозицию в его стране. Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране, это первое. И также неизвестно о том, что они чем-то занимались бы в Беларуси, это второе, заявил Песков. Представитель Кремля пояснил, что олигархи – это бизнесмены, которые пытаются использовать свои деньги для влияния на политику и сами имеют политические устремления. Да-да, у нас только средний класс остался. Олигархов видишь? Да, и я вижу, но их нет. У него явно был ковид головного мозга. Говорит, во-первых, мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране. Во-вторых, говорит, они этим не занимаются в Белоруссии. Кто они? Олигархи, значит? Чувак явно заблудился в собственной пурге. Оказывается, Ротенбергов нет, Потанина нет, Тимченко нет, Абрамовича нет. И это только те, кто на слуху. А пятиэтажные квартиры, вероятно, имеют передовые доярки. Песков в очередной раз подтвердил слова Путина о том, что умеет нести пургу. Но в этот раз он так вообще буран навел. Олигархов нет. Хватит! А демонов-то и нету! Были демоны, мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались. И обнулились, видимо. Теперь это герои капиталистического труда. Ведущие рабы на галерах, так сказать. Да, ни взрыв, а хлопок, ни карантин, а самоизоляция, ни олигарха, эффективный менеджер и бизнесмен. А еще, видимо... Дети Поволжья. Тяжелое наследие царского режима. Это сироты. Да, хоть как их называй, но отрицать возможность их влияния на политику бессмысленно. А так, в какой-то степени пурга прав. В России олигархов нет. Здесь только их собственность. Дальше. Против мэра Норильска Рената Ахмедчина возбуждено уголовное дело о халатности из-за разлива нефтепродуктов, сообщает Следственный комитет. По версии следствия, Ренат Ахмедчин, зная о количестве разлитого из резервуара топлива, не предпринял необходимых мер реагирования на чрезвычайную ситуацию и ликвидацию ее последствий. Мэр в России – это потенциальный сиделец. Если не получается свалить все на заместителя, то будет сидеть мэр. Да и какой это мэр, если не может все свалить на заместителя? Это полная профнепригодность, а не мэр. То есть Потанин тут совсем ни при чем. Ну вот, это к слову о том, что в России нет олигархов. Почему руководитель Норникеля не несет ответственность, а? Ну да, понятно. Потому что потому. Потанин чистой воды невиновник. Мое мнение, виноваты оба, и Потанин в большей степени. Ростехнадзор указывал на проблемы с резервуарами для хранения топлива на территории ТЭЦ-3 в Норильске еще 6 лет назад.
Представляете, 6 лет назад об этом еще предупреждали. Но, видимо, виллы и яхты взяли свое. А теперь вон, поглядите. В этой реке такими темпами скоро у комбайнов, бульдозеров и тракторов нерест начнется. Прифотошопили маску. РИА Новости. На сайте Управления Следственного комитета по Белгородской области появилась новость о встрече следователей с врачами, которые жаловались на невыплаты надбавок за работу с коронавирусом. Однако фотография со встречи оказалась отредактированной в приложении для нанесения онлайн-макияжа. Следователю Сидоренко добавили маску. Сам Сидоренко утверждает, что был в черной маске. Представитель Следственного комитета также уверяет, что Сидоренко был в маске. Маска на нем была, заявили в СК. Позже с сайта Управления Следственного комитета по Белгородской области фотографию все же удалили. Ну, хейтеры скажут фотошоп. Но для полной уверенности тут нужен Бастрыкин с лупой. Я бы еще Сечина пририсовал для важности встречи. А что, виртуальная защита теперь не защита, что ли? Маска Касперского. По крайней мере, защита от штрафа. А чего остальным не прифотошопили? Или в фотошопе маски кончились? Бюджета не хватило? Пробная версия закончилась, да? Сам Сиденко утверждает, что на встрече был в маске. Да, а я и не сплю, ответил следователь. Ах, эта привычка следователей что-то кому-то рисовать. Они, кстати, еще и шьют хорошо. Надо было хотя бы с женщины справа вырезать и прифотошопить к нему. А женщину оштрафовать за то, что без маски. Чинушие, а теперь еще и примкнувшие к ним следователи, так часто используют фотошоп, что пора этот фотошоп закрепить в Конституции как государствообразующий инструмент. А так, давайте не забывать, что следователи все же пришел помогать медикам отстаивать свои права. За это он большой молодец. Но с другой стороны, наверное, никто бы и не придирался, да и не заметил, если бы они нарисовали маску и не начали оправдываться, что она на нем была. В сети стебут ведь не визит следователя, а нарисованную маску. И, кстати, не в фотошопе, а, прости господи, в приложении для нанесения онлайн-макияжа. Ай, дальше. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев рассказал о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в стране. По его словам, внимание западных политтехнологов давно сконцентрировано на России. На это выделяются миллиарды рублей и спонсируются различные НКО. Песков поддержал Патрушева. Безусловно, это мнение и Кремля. Об этом неоднократно говорилось ранее, уточнил Песков. Ну, то, что исключительные ковбои делают все возможное, чтобы у соседа корова кочурилась, это, знаете, ни для кого не секрет. Дестабилизируют и будут дестабилизировать. Но наши власти сами неплохо справляются с этим. Даже могут научить Запад, как дестабилизировать ситуацию в стране. Так что пусть США не заморачиваются, тратя деньги на различные НКО. Пусть перечисляют деньги сразу в казну нашей страны. А так США тоже винят Россию в выводе на улицу чернокожих протестующих. Пиндосские методички, правда, звучат абсурднее наших, но тоже работают, как видите. Вот. В Госдуме захотели ввести профессиональный стандарт для шаманов и знахарей. Депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с просьбой усилить контроль за шаманами, целителями, знахарями и эзотериками. «Мы призываем ввести обязательное лицензирование для всех представителей околомедицинского консалтинга», подчеркнул Зубарев. Теперь мошенники официально работать будут. Зашибись. А шаманам теперь, видимо, лицензию на изгнание властей надо в собесе получать. И уплатить налог. А лучше вообще запретить всем шаманам поход на Москву. Также ждем налог на домовых. Знаете, прочитав заголовок, подумал, что Милонов опять на всю голову чудит. А оказывается, там все такие. И кто их будет сертифицировать, а? И самое главное, как? По старинке, связать и кинуть в воду, всплыл, значит, колдун. Как можно сертифицировать то, чего нет? Чем вы, депутатики, от этих шарлатанов отличаетесь? Хотя иной раз взглянешь на Госдуму и складывается ощущение, что там 99% заседателей – это целители и шаманы. Шаманят и шаманят, лечат и лечат нас какой-то фигней. Такие танцы с бубном исполняют, что шаманы курят в сторонке. Видимо, конкуренции испугались.
На моей памяти депутаты нанесли гораздо больше вреда, чем шаманы и знахари. Шаманы и знахари хоть не тырят твое бабло. Ты сам платишь, чтобы они тебя обдурили. А эти без всяких колдунов к тебе в карман лезут и опустошают его без всяких бубнов. Вот. Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний и корпораций. Правительством разрабатывается идея установить потолок вознаграждения на уровне 3 минимальных заработков премьер-министра, то есть не более 30 миллионов рублей в год. Предполагается, что исключения будут возможны, но только по решению президента России. Ну, хорошо, что мы не топ-менеджеры, товарищи. Значит, нас ограничения не коснутся. Слава богу, в этот раз решили ударить не по нам. Да уж, тяжелая их ждет доля. 30 лямов в год, как бы с голодухи в оборот не начали падать. Но есть и опасения. Теперь Сечина, Миллера и Рогозина Запад может переманить к себе за 31 миллион рублей. А этого допустить нельзя. Так что ждем повышения зарплаты премьер-министра. А так, если совсем внимательно прочитать, то вообще никому ничего не ограничат. Ибо исключение будет устанавливать только президент. Так что шиш Западу, а не наших топ-менеджеров. Вот. Дальше. Песков рассказал юнармейцам о своей работе и сравнил ее с работой сапера. Он объяснил, что пресс-секретарь – это в первую очередь человек, который объясняет СМИ, что делает президент, почему он это делает. Песков отметил, что нужно уметь ответить на такие вопросы журналистов, которые порой в голову-то не лезут. По словам Пескова, иногда давать оценки трудно, потому что если ты неправильно что-то сформулируешь, то это обязательно может быть использовано против тебя, а этого допускать нельзя. Поэтому, говорит, работа такая, чуть-чуть как у сапера, ошибаешься один раз. Нашел свободные уши. Детям уже начал пургу нести. Что, больше никто не слушает? Но это смотря с какой стороны посмотреть. Если случайно ляпнешь правду и рискуешь потерять должность, то да, в этом плане он сапер 80 уровня. Шикарно так обезвреживает правду. Сапер. Ага, у которого что ни спроси, ничего не знает. Хотел бы я посмотреть на такого сапера, которому задают вопрос, ну что, настоящая мина или нет? А тот отвечает, я не в курсе, или спросите у того, кто ее собрал. Вам, Песков, пожарным нужно работать. Хорошо заливаете. Сапер. Человек, который, образно говоря, постоянно наступает на коровьи лепешки, называет себя сапером. Ясно, понятно. Переворот в монастыре. Отрицавший коронавирус отец Сергий, которого отстранили от службы после проклятий в адрес Роспотребнадзора и санврачей, захватил Среднеуральский женский монастырь. Он сверхнастоятельниц монастыря, территорию охраняют казаки, а внутрь не пускают ни руководство Екатеринбургской епархии, ни журналистов. На территорию пускают только паломников. Утрату контроля над монастырем признали и в Екатеринбургской епархии, но каким образом там собираются решать вопрос, пока остается неясным. Также сообщается, что в монастыре обнаружили участника шоу «Уральские пельмени» Дмитрия Соколова и олимпийского чемпиона, хоккеиста Павла Датюка. Ей-богу, российские новости в последнее время похожи на новости из панорамы. Вы что хотите, как в лихих 1690-х? Что вообще происходит? Захват женского монастыря, уральские пельмени, хоккеист, казаки. Более несовместимых событий и персонажей в одном месте трудно даже представить. Но это случилось. Флеш-рояль собрали прям. Мне попкорна на все не хватит. Одна новость эпичнее другой. Да, как оказалось, не того шамана боялись. Пришел Майдан, откуда не ждали. Офигенный батюшка и службы интересные. Шутка «Устал я от вас, ухожу в женский монастырь» перестает быть шуткой. Из-за самоизоляции российская глубинка очистилась настолько, что вернулось средневековье. Хотя оно из глубинок и не уходило, если честно. Беспорядки в Сиэтле отзеркалились в уральской глубинке. Осталось Сергию провозгласить территорию монастыря отдельной страной по типу Ватикана. И считая, с Сиэтлом можно дипломатические отношения налаживать. И я не понял. Так казаки вообще с кем? С Богом, с царем, батюшкой Путиным или с отдельными попами? Или там, где выгодно? Я, честно говоря, был уверен, что этот Сергий просто так не сдастся. Уж больно такой матерый старичок. Но что такое? Материала хоть на целую киновселенную. Вот. Игра престолов отдыхает. Ой, столько шуток можно придумать.
как бы только не сесть за них. Так что не буду дальше. Так, ладно, хватит на сегодня с домашних новостей. Отправляемся за бугор, так сказать, за бугровости, чужестранности. Поехали. Северная Корея бабахнула узел связи, используемый для переговоров между КНДР и Южной Кореей. В Пхеньяне заявили, что это акт возмездия за распространение агитационных листовок, в котором Северная Корея обвиняет Южную. Власти Южной Кореи заявили, что глубоко сожалеют о случившемся и возлагают ответственность на КНДР. Правительство выражает крайнее сожаление по поводу одностороннего взрыва северокорейской стороной здания межкорейского офиса, заявили в Южной Корее. Правительство выражает крайнее сожаление по поводу одностороннего бабаха с северокорейской стороной здания. Не понял, южане тоже хотели поучаствовать? Знаете, все шутили про удары по Воронежу, а Карапуз реализовал шутку. Правда, жахнул по своему Воронежу. Видимо, просто крыша стала протекать, и пепельница уже была полная. В таких случаях все бабахают здание. Ну, не пепельницу же выносить. Громи свое, чтоб чужие поржали. История выглядит так, будто сосед-алкаш снова напился и грозит сжечь дом. То есть просто отключить питание не вариант. И отдать это здание под другие нужды тоже была не судьба. Надо было обязательно эпично жахнуть. Да так жахнули, что соседнее здание наполовину развалилось. Не, у южан тоже беды с башкой. Ведь знают, как сосед отреагирует, но все равно лезут. Дальше. Сергея Скрипаля и его дочь Юлю тайно перевезли в Новую Зеландию. Об этом сообщает The Sunday Times, ссылка на источники в британском правительстве. По данным издания, Скрипали получили от властей Великобритании материальную помощь и документы с новыми именами и биографией для начала новой жизни. Новая Зеландия – прекрасное место для туристов. Есть на что посмотреть. Шикарнее шпиля и не найти. В смысле, именно в Новой Зеландии снимали сцены из «Властелина колец». А Скрипали вообще живы? 2 года их никто не видел. А обычно говорят, отправился на тот свет, откинул копыта, приказал долго жить, но чтобы уехал в Новую Зеландию, это я впервые слышу. А так, самое главное, что все сделано совершенно секретно. Ничего не скажешь. Сработали, как обычно, на 5 баллов. Правда, забыли сказать адрес проживания, чтобы их точно никто не нашел. Американские стратегические бомбардировщики способны нанести удар по Сибири, не заходя на защищаемую ЗРК С-403 в территорию, говорится шумерскими экспертами в статье на сайте украинского консалтингового агентства. Сусиды, я не понял, вы что, планету себе запасную подыскали? Любимая забава шумерских экспертов и чиновников. Хвастаться причиндалом своего хозяина за неимением своих. А вот у нашего барина бричка вот эта бричка. Отправляться на тот свет за вас пиндосы точно не собираются. А вот бороться с Россией до последнего шумера вот это запросто. Дальше. Румыния может официально признать Россию враждебным государством. Говорят, мол, слишком наращиваем свою военную мощь рядом с границами Румынии и НАТО. Проект вступит в силу, если его поддержат обе палаты парламента. Прячем коней! Да, придется сдаться. А этим что надо, я не понял. До сих пор зуб точат после битвы под Чемодановкой. В полку злобных мосик прибыла. Операция Ай-Нэ-Нэй будет 4-м Чихуахуа. Ну, тогда Россия официально признает Румынию табором. И вместе с нотой протеста вышли всех цыган из Чемодановки. В любом случае, зря вы так, румыны. Уже в который раз выбираете заведомо провальный вариант. Опять ведь придется с нами обратно идти. Так что зря силы не тратьте, а ждите нас в центре Европы. Дальше. Американский стриминговый сервис HBO Max убрал с платформы знаменитый фильм «Унесенный ветром» из-за спорных моментов, связанных с расовыми вопросами на фоне протестов против расизма в США. Представители сервиса отметили, что фильм может быть позднее возвращен на платформу, но с осуждением некоторых сцен в фильме. Я смотрю фильм «Снесло ветром перемен», «Унесенные шизой», а хижину дяди Тома... Жечь! Чё-то я тревожусь за рабыню Изауру. А, простите, она же была белая, тогда все норм. Хотя нет, не норм. Толерастутые могут заявить, почему ее не сыграла чернокожая, чтобы потом можно было запретить фильм.
«Унесенные ветром». Это тот фильм, кстати, за который впервые в истории чернокожая актриса получила «Оскар». Это тот фильм, который входит в список «То немного хорошее, почему Господь не собирается укокошить всю планету?» Но нет, они до него докопались. Вот кому нужны поправки, так это пиндосам. Не допустим переписывания истории. Голосуйте за поправку в Конституцию США о защите исторической правды. Вот это им точно нужно. Вот. Сооснователь Reddit и муж теннисистки с Сиреной Уильямс Алексис Оганян ушел из состава директоров компании, попросив руководство заменить себя чернокожим кандидатом. Замену нашли почти сразу. Армяне тоже чернокожих угнетали. Долму готовить заставляли, таксовать мешали, в нарды обыгрывали. Пусть сложит в себя полномочия мужа и отца и отдаст их темнокожему кандидату, раз на то пошло. Почему бы и нет. Ждем, когда Тим Кук отдаст свой пост чернокожему. Хотя это может огорчить геев. Ну тогда пусть отдаст пост чернокожему гею. И кстати, вот на кого заменили. Вам не кажется, что он недостаточно черный? Капец, даже нормального черного не смогли найти. Дальше. Протестующие в США сносят памятники Христофору Колумбу. Демонстранты в городе Ричмонд собрались вокруг монумента, взяли веревки и снесли памятник с постамента. Подожгли, протащили его по парку, а затем утопили в озере. Примерно то же самое случилось в Бостоне. Эпично Колумб поплавал в Индию. «Христофор, давай по новой! Все фигня! Маршрут как-то по-дебильному выстроил!» Да, так и колумбяку на геляку. Деколумбизация идет по полной программе. Ну что, пиндосы, радовались, когда памятники Ленину сносили в Шумерии? Ну и каково это? Бумерангом прям в лобешник. Так и до Статуи Свободы дойдут скоро. Заменят на Чапаева. Стоит только сказать чернокожим, что он белых варил так, что пыль стояла. Протестующие разукрасили мемориал 54-го массачусетского полка. Этот полк был первым регулярным войсковым подразделением в истории США, состоявшим полностью из афроамериканцев. Позже так называемые протестующие начали валить памятники всем без разбору, даже тем, кто был за отмену рабства. Так это же огонь по своим, не в ту сторону воюют. Жду, когда эти необразованные неучи начнут валить памятники Мартину Лютеру Кингу. Да, даже такую короткую историю, как у американцев, и то не выучили. Кстати, вот с памятниками Пушкину в США пока непонятно, что делать. Вроде и негр, рэпер, и в перестрелке участвовал. А с другой стороны, вроде и крепостных держал. Тьфу, господи. Ну, крепостные же белые были. Поэтому норм. Дальше. В США памятник конфедерату случайно прокинули на протестующего Криса Грина, после чего он впал в кому. Участники акции решили свалить монумент, поскольку конфедерация ассоциируется с периодом рабства в американской истории. Протестующие обвязали статую веревками и попытались стянуть его с постамента. В один момент статуя рухнула прямо на стоящего внизу Грина. Что же вы себя не бережете, студентики? Да, жить нужно так, чтобы твой памятник прибил кучу вандалов. Быть побитым и наказанным конфедератом в 2020 году это нужно уметь. Спустя столько лет конфедераты по-прежнему угнетают негров. Не зря говорят, США поимела Шумерию и заразилась Майданом. Там тоже, кстати, памятник Ленина без боя не сдался. А самые умные, знаете кто? Это индейцы. Просто сидят и ждут, когда эта черно-белая херота перебьет друг друга, чтобы забрать свои земли обратно. Кстати, мало кто знает, но чернокожих рабовладельцам продавали их же собственные вожди в Африке. Но это другое, тут понимать надо. Дальше. Трамп заявил, что Соединенные Штаты завершают эру бесконечных войн. Американцы больше не будут восстанавливать другие страны и решать чужие конфликты, заявил Трамп. Мы не обязаны разрешать древние конфликты в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали. Мы не полицейские мира, мы заканчиваем эпоху бесконечных войн, сказал Трамп. Что, в других странах нефть закончилась? Зарекалась хрюша в грязи не валяться, дала слово мышь в амбар не ходить. Трындит. Причем сам знает, что трындит. И все знают, но верят. Эти фразы про прекращение войн все равно, что у нас фразы про яркие победы, прорывы, поднятие зарплаты, пенсий. Самое веселое, Америка не решала никогда чужие конфликты. Она их создавала.
Короче, ничего не изменится. Просто он отметил, что восстанавливать другие страны он не будет. Будет просто расхерачивать. Так дешевле. Говорит, нам чужого не надо, но свое возьмем, чье бы оно ни было. Дальше. Помпео в своем твиттер потребовал немедленно освободить американца Пола Уиллана. Я взбешен решением осудить Пола Уиллана на основании тайного судебного разбирательства с использованием секретных доказательств, подчеркнул он. Ранее Мосгорсуд приговорил Уиллана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже. Уиллана задержали в Москве в 2018 году. На изъятой у него флешке была обнаружена информация, составляющая государственную тайну. На ней предположительно нашли список личного состава одного из подразделений ФСБ. На колени встаньте и просите. У вас это сейчас очень хорошо получается. Я не понял. Ведь все сделали по пиндосскому эталону, по фэншую. Ничем не хуже вашего госдеповского. У нас есть доказательства, но мы вам их не покажем. И английского highly likely. Так что... Улыбаемся и машем, парни. Улыбаемся и машем. А так вот, обменный фонд пополняется. Или США думали, что только они имеют монополию на посадки иностранных граждан. Помпео необходимо вспомнить, как именно осудили Бута и Ярошенко. И не пердить. Так что давайте больше сюда еще Уилланов хороших и разных. И пришлите еще чернокожего шпиона, чтобы, так сказать, ваши задницы по обмену наших на ваших сильнее зашевелились. Я вам скажу, обычная мировая практика. Знаете, на BBC эпично пытались отмазать Уиллана. Говорят, мол, ну посмотрите на него, этот Уиллан совершенно не похож на шпиона. А на кого он должен быть похож? На Джеймса Бонда, что ли? Да. В общем, на этом все.